Наташа, сестренка, после стольких лет, да вдруг домой? Я в бегах. Хотелось стать другим человеком. Кем-то большим, чем киллер. Не обманывайся. Из нашей профессии не уходят. Мы не закончили одно дело. Кто это мы? Как влитой. Семья. Мы снова вместе. Ты растолстел. Да это просто вода, а не жир. Есть целый новый мир вдов. Новых врагов. Я устала бегать от прошлого. Это еще кто такой? Marvel представляет «Черная вдова». В «Черной вдове» есть многоплановость, неоднозначность, внутренняя мотивация. У нее своя линия. Мне хочется раскрыть ее с самых разных сторон. Опять свои игрушки разбросали. И возможностей тут просто море. До счета я совершила много ошибок. Но хватит бегать от прошлого. Мало кто из актеров после работы над какой-то конкретной ролью в течение 10 лет вдруг получает шанс углубиться в нее, раскрыть своего героя на ином уровне. Придется вернуться туда, где все началось. Это тот фильм, о котором многие давно нас просили. Больше, чем о любом другом. Фильм о «Черной вдове». Думаю, у нас получится создать нечто, чему нет аналогов в киновселенной Марвел. Я хочу увидеть реальную «Черную вдову». Она не классический герой, ведь у нее темное прошлое. Потянула домой? Вдруг открываются такие ее грани, о которых мы и не подозревали. Мы не закончили одно дело. Одно я знаю точно. Компашка соберется еще-то. Marvel представляет «Черная».